Сегодня поиграем. Так. Во что? Супермаркет симулятор. Пролог поиграем. Continue, сеттинги. Что тут у нас? Ничего у нас в сеттингах нету. New game. Да я не играл еще. Так, супермаркет симулятор. Все на буржуйском. Так. Так. Чё пишут? Don't forget the price of the... Я вообще не понимаю. Так, здравствуйте. Это наш магазин, да, симулятор? Так что, tutorial. Order the goods the your computer. В общем, подойти к компьютеру, опа. Это наш магазин. Так, и наш компьютер. Сейчас мы... Сейчас, опа, turn on. Выключить. Подожди. Выключить. Так. Резетка есть. Так, сейчас мы с вами Half-Life 3 создадим. Так. Management. Чего? $125 Вместо того, он денег нету. Окей. А как выйти отсюда? Вот так выйти. Market. Наверное, купить надо что-то. У нас $100 есть. Ну что на $100 у нас? Это доллар. Кошка, кс-кс-кс. Кошка, что ты там делаешь? Скребешься. Значит, купим яйца. Ой. Да, яйца купим. Это купим, это купим, это купим. Это и вот это купим. Окей. Из того у нас $190. $190, серьезно? Так, итого $176. Вы издеваетесь? Вот. $83. Замечательно. Покупаем. Все. А, кстати, надо вот такое делать. Не забывайте компьютер выключать. Кстати. Так, значит. Подбери, возьмите, взять. Подожди. G-drop. Бросить. G это... G-drop. G-drop, я понял. Я понял, что такое G-drop. Поставить. Положить. Это у нас хлеб. Правильно? Сколько? Бесплатно? Ты чё? Так, так, мусорка. Так, следующее у нас. Так, это что у нас? Печеньки. Так, печеньки. Распаковали печеньки. Так, это в мусорку, правильно? Так, это что у нас? Куда можно поставить? Яйца. Где мои яйца, огуски? Где мои яйца? Так, яйца. Они ведь должны в холодильнике стоять. Яйца ведь, по идее. Окей, погнали. Так, выкинули. Мы домой все разложили, все продукты ведь. А! Теперь надо цены расставить. Окей. $2, 38. $3. $3. А почему 2.38? Подожди. 2.38. Ну, 2.38. $3. Давай поставим $3. Окей, $3 за хлеб. Так, тут сколько у нас? $6. $7 за... $7. $7 за... Это? За яйца. $2-$3 за яйца. Сразу же ставим. Нормально, $3.
Так. Откройте магазин. Магазин открыт. Здравствуйте. Вы куда идете? Ух ты, какой дяденька. Too expensive. Слишком дорого. Слишком дорого. Ты не ох... В Европе мы живем. Не говори, что слишком дорого. Нет. Она яйца взяла. Да-да, я вас слушаю. Здравствуйте, две упаковки яиц. Оп-оп. Деньги. $6. Подожди, а вопрос. Ля-ля-ля-ля-ля. Пожалуйста, сколько мне надо отдать-то? Так. Вот вам 1 цент. Вот, 1 цент, все. Вот, берите 1 цент и уходите отсюда. Пожалуйста, сколько надо мне отдать ему? То есть ей. Она взяла 2 упаковки яиц. По... Сколько там яйца стоят? $3, правильно? То есть $6, мне надо $3 дать ей. Раз, два... Ой, раз, два, $3 берите. $3. Так, он взял яйца, подожди, по... Так, яйца. Яйца. Он дал мне сколько? Цена... Чего? Все! Подожди, $3 и все. А почему такие кнопки странные? И что? А. Он мне дал нормально. Так, яйца. А, окей. Ну, три... Он мне дал $3 и... Так, иди отсюда. Чего? Ченч, вот тебе мелочь. На, $1. А, я тут могу посмотреть. Тьфу. Эскейп. Не понял, он спиздил мне яйца. А ну верни яйца. Так. Too expensive. Слишком дорого. Хлеб стоит? 2.38. Ладно, ладно. Ну, допустим, 2.40 поставим. 2.50, допустим, ладно. 2.50 поставим, окей. Ладно, 2.50 за хлеб. Так, ага, сухой корм. Так, качок-колбачок, здравствуйте. Да не дзынькай у меня. Так, сухой корм. Ой, корм. Сухой этот самый. Так, значит, он дал мне... сдачу ему $3 дать. Раз, два, три. $3 на... Правильно? Так, выйти. Мне обслужить 25 этих покупателей надо, да? Так. Зачем сейчас столько хлеба много? Ага. Едет столько яиц он. Да-да, я вас слушаю. 2 хлеба, 2 упаковки яиц. Подожди, дай, а как вы... Можно выйти посмотреть? А, так, окей. Итого... деньги дай сюда. Тотал всего $11. Итого $1 сдачи ему надо дать, правильно? Окей, $1 сдачи. Все, иди отсюда. Здравствуйте, а вы только что были... Я не помню, вы только что покупали у меня. Так, это что у нас? $7, итого 9. Здравствуйте, дайте деньги. 50 центов дать. 50 центов, вот он. 50 центов, правильно? Чего? А... 0,50 центов. А, 50! Не 50, а 50 центов. Да ёб. А как положить обратно? А, remove левой кнопкой мыши.
Подожди, а как можно убрать? Подожди. 50 центов ему дать. Вот, 50 центов, на. Здравствуйте, вот. 50 центов, 2 хлеба взяли. Давай деньги сюда. То есть, иди сюда. Так, хлеб. Давай сюда деньги. Итак. Иди сюда. Все? Да они все раскупили у меня. Весь хлеб раскупили. Так, 2 хлеба. Так, здравствуйте. Иди сюда. $69. Мы слишком уж больше потратили. Опа, опять мужик тот же самый. Мужик, ты куда? Слишком дорого. Да вали отсюда. У тебя самого и яйца есть. Пожалуйста, а с хую? Почему так яйца дорого стоят-то? Сколько? $3? Ну да, дороговато так. $3. Ну ладно. Но ведь покупают яйца ведь. Вот яйца. Женщина, иди яйца купи. У нас яйца хорошие. Ух ты. Какие у нее. А ну-ка, дай-ка посмотреть на твои. Какие текстурные груди у нее. Так, здравствуйте. У вас 2 хлеба, да? Деньги. Так, деньги давай сюда. $1 дать ей сдачу. Вот, $1. На, иди сюда. У стату уходит. О, мужик. Мужик, купи себе яйца. Яйца иди купи. Яйца бери. Нет, он опять. Это тот же самый мужик покупает. Вот у меня он скупает эти самые. Сухой корм скупает. Завтрак сухой. О, мужик, иди яйца купи. Опа, он весь хлеб. А нет! 2 пачки яиц берет. Так, 86 центов. $86. Подожди, 86 центов, да? 86, значит. 50 долларов. Давай я ему мелочь накидаю. Специально, вот сейчас я мелочь ему. Так, 10-20. Так, ему. По $1 давай еще. Накидаем ему. У меня ведь бесконечная ведь тут валюта ведь. Я ему могу накидывать $86 вот. Ядрит колотить, я ему мелочь накидал. Здравствуйте. 2 хлеба и это. Давайте сюда. $50. $50, значит. Сейчас я тебе накидаю. Сейчас. Я тебе так накидаю. $50, да? Сейчас мы тебя накидаем. Так, 92. Сейчас, мужик, подожди. Вот $50, ладно. Вот, $50, на. Здравствуйте, а мне тут нифига не видно. Здравствуйте. А вы яйца покупаете, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. У меня. Чего? $1. Окей, нате вам $1. Идите отсюда. Опять ты? Да ты мне уже надоел, ты мне опять скупаешь весь этот самый сухой завтрак скупает он. $3, значит, $1, $2 и $1. Ой, нет. $1. Сейчас. Ой, нет. Ты чё, дурак? Так, вот, $3 я вам. Опа, сухой завтрак. Здравствуйте, шоколадка. Вам сухой завтрак, да? Поздновато для завтрака, ну ладно. Опа-на. Какая фифа идет. Здравствуйте.
Оп, да-да, берите яйца, они хорошие. Значит, это и плюс яйца. Окей, до свидания. Так, что у нас тут? $3 да, за яйца. $7. Почему так $7? А! Едрит колотите, вот это да. Да, неплохо, кстати. А что, у меня магазин закрыт? Ну, допустим, да, закроем магазин. Enter to finish. Ладно. Итого, сколько у нас? Мы в плюсе. Мы закупили за... На 83... 6, да, на $90 примерно. И в плюсе мы на сколько? На $41. Пси. Платите за аренду, да? Окей. Магазин уровня 2. Так, а ну-ка, аренда. А где покупается эта аренда? Bills, вот. Чеки, правильно? Bills. А, лицензии, чеки. Ничего нету чеков. А, окей. Открываем магазин. Так. Пошли, давайте купим что-нибудь. Вот. Это купим и... Ой, нет, два. Одну штучку. Вот эту купим и вот эту одну штучку купим. Итого сколько? Ладно, покупаем. Так. Оп. Оп. Окей, 65. Да-да-да, я вас слушаю. О, Тревор, здравствуйте. Хлеб. Да, до свидания. Чего? Так. Питье. Так, сюда вставь питье. Оп. Оп. Открываем. Ставим мусорник, выкидываем. Боже, а как можно переставить мусорку? Здравствуйте, у нас яйца закончились, подожди. Надо поставить цену. $6. 6, ну $7, то поставим. О, 700, ты чё, дурак? 700. $7. Так, ты чё? 4, 17. 4,50. Ты! Так. Давай деньги сюда. $4. Раз, два, три, $4. Нате. Поехали. Ах ты с... Подожди, я думал он по полной. Он, тьфу ты, я перепугался, что он бесплатно берет $1, на, иди отсюда. Деньги давай сюда. 70, чего? $70? $70, нафиг. Я и то быстрее работаю. Так, $142 у нас уже. Подумаешь, мы немножко... Так. Давай сюда деньги. Итого, сколько у нас? $12 ему отдать надо. Так, значит, 10. 12,50. Вот, 12. Чего? 12,50 надо отдать ему, пошли. 12,50. Ой. Ух ты. Ой.
7. А, 50 центов, тьфу ты. Да, на 7. Так. Да, извините. Да, иди отсюда. Да. Давай сюда. Давай, иди отсюда. Так, у нас что? Весь магазин? Так. Покупаем. Это. Короче, весь товар скупаем, короче. 190, окей, покупаем сразу же. Все, покупаем. Берем. Открываем. Окей. Так. Так. 7 долларов. Какой 7 долларов? А, ну да, 7 долларов, все правильно. Все окей, 7 долларов. Так. Яйца. Яйца скупают очень хорошо прямо. Не трогай мои яйца. Ядрит, кстати, сколько он яиц. Так, эти. Яйца, сейчас цену поставим. Сколько тут? 2, 3 доллара. Правильно, все правильно. 3 доллара. Яйца. Значит, так. Пробиваем, давай сюда деньги. 29 долларов, да? 29 долларов, правильно, да? Значит, все. Яйца опять. Давай сюда. На. Так, погнали дальше. Бежим просто. Открываем. Хлеб. Хлебушек. Так. Ложим. Подождите, женщина. Ой. Сколько там? 2,38, 2,50. Да, все в порядке. Хлебушек, все в порядке. Так, обслуживаю вас. Так, погнали, давай деньги сюда. 20 долларов, значит, 20 долларов берите. Иди отсюда. Так, бежим. Так, открываем. Выгружаем просто. Ой, сюда ставим. Потому что, оп. Это что у нас? 4,17, 4,5, а, да, все в порядке, 4,50, все окей. Да-да-да, я вас слушаю. Так, 79 центов. Тьфу. 70. 79 центов. Ой, долларов, то есть. Да. Хлеб. Давай сюда. 9 долларов, значит, 9,50. 9,50. Давай сюда. 50 центов, вот он, 50 центов. Погнали. Открываем. Выгружаем сюда. Так. Да-да-да, я сейчас, подождите. Тут что у нас по цене? Ну, конечно, 8 долларов. 8 долларов. Ой, 800. Ты что, дурак? 8 долларов. Окей. Свет надо включить сейчас. Экономим. Значит, экономика должна быть экономна. Так, давай сюда. Да, до свидания. Давай деньги. 95. Фу-фу-фу-фу-фу, 95, 95,50, вот, 95,50, здравствуйте. Так, 1 доллар, вот вам, 1 доллар, здравствуйте, все. Слишком дорого, да, дорого у нас магазин-то. Это самый. На-на-та-да-та-та-дам, та-да-та-та-там. Ой, где мусорка, вот она, мусорка, наш магазин. Ра-та-та-та-ра-та-там. Анава, хава, тады, а-да-да, хава, на-на-на-на. Так, наш магазин, так, 1 доллар. Вот вам 1 доллар, до свидания. Так, ну, вроде бы все у нас есть тут. Подожди, а я могу подобрать? Я могу перетаскивать. Вот так. Серьезно, он идет сюда, куда... Так, окей. Окей. Сейчас. Да-да, дорого, иди отсюда. А, он нет, он взял что-то.
Вот так я поставлю свой мак... Так, здравствуйте. Я вас слушаю. Давай деньги сюда. Так, $36. Мне нужно так, значит, 35-36 долларов. Окей. Все, до свидания. Удачного вам. Купить одну лицензию. У меня $153. Я не могу больше одну лицензию купить. Окей. Лицензии. А где лицензии покупаются? Market Management Bills и лицензии. $125. $125 стоит лицензия одна. Ёб твою. $125. $200. Ну, 125, ладно, допустим, то 100 лицензии, окей. Маркет. Оба-на, что у нас появилось? Ёб твою. Покупаем, конечно, все скупаем. А, подожди, скупаем. Конечно, у нас тут... Блин, у нас денег не хватает уже. Скупаем, молодец я. Ладно, давай яйца купим, вот это и вот это купим. $77. Нет, тогда надо $20. А, он не работает, доставка. Доставка не работает больше, окей. Ну тогда выключаем свет. Ой, Enter. Завершаем. День. Итого мы в минусе просто. В полном минусе. Это день. День второй. В минусе мы. Так, цены на... Чё тут у нас? 2.38, да? О, ну, примерно правильно тут стоят цены. Так. $8. Ого. 8. Ну, 8.10, допустим-то. У меня яйца, что у нас по яйцу? 3.13, 3, 3, сколько поставить? 3.20 поставим. Яйца 3.20 стоят. Открываем магазин. Что у нас 28 этих? Значит, давайте, доставляйте мне продукты. Погнали. Открываем. А, мы яйца, да, опять. Яйца, ну, значит, на полку яиц. Окей, еще яйца. Куда яйца? Давай сюда засунем яйца. Так, будем яйцами торговать. И не надо говорить, что слишком дорого. Так, здравствуйте. До свидания. Вот, $20 уже. Так, $20, окей. Маркет. $20. Так, яйца, кстати. Что мы можем купить себе? Кофе. Кофе купим. 50. Едрит, классить кофе. 55 кофе стоит. Да, давайте сюда. Да-да, берите побольше. О, да-да-да, скупайте все. 83, 50, 70, 80, 80 центов надо. Так, ой, кстати, он много взял. Спасибо. Так, о, кстати, он яйца сейчас скупает, пацаны. Так, да. Давайте сюда деньги. 90 центов, значит, 50. Да. Покупаем, что я хочу купить. Да, это покупаем. $27 осталось, окей. Так, кофе. Кофе, куда кофе поставить-то? Кофе, вот сюда наверх ставим кофе.
Так, кофе. Тупая коробка. Выкидываем ее. Так, кофе. Сейчас посмотрим. Сколько кофе? $10. 10.50 ставим сразу. 10.60 давайте. Ой. 10.60 ставим кофе. Кофе должно быть дорогим. Так, кофе. Опа. Так, $1. Значит, $1 вам, пожалуйста. Берите кофе. Да что, ё-моё, все яйца покупают. Так, 93. Шестьдесят. Вот. Так. Хлеб. Деньги. Да, до свидания. Опа, $55. Поехала. Так, $55. А ну-ка, что мы можем? Ботл с водой. $15. Ботл с водой. Покупаем. Ботл с водой. Чего? Он просто зашел и ушел. Так, ботл с водой ставим сюда. Чего они... нужен этот фридж. Окей, фридж нужен. Ой, ёп. Подожди. Сюда. Стой. Так, хлеб. Так, два деньги сюда. Итого... Иди отсюда. Подожди. А сколько стоит фридж? Подожди, а сколько стоит фридж? Менеджмент. Биллс. Биллс. Окей, $5. Окей, заплатили. Так, деньги давай сюда. Так, $2 отдать ему. Ей, $2 найти. О, близняшки? Или похрен... На это, так, минутку. $2, раз... Ой, $5, нет. $2, да? Раз, два, $2 найти. Или лень разработчика. Слишком дорого, да? Да-да, берите яйца. Так. $13, значит. Так, 13.60, значит, 60. Да? Так, да-да, берите побольше яиц. Too expensive. Слишком дорого для меня. Почему? Значит, так. 93. Девяносто... Шестьдесят. Да, 93.60 ровно. Здравствуйте. Так. До свидания. Пошли. А где это было? За аренду тоже заплатили. Да ёпарас, это подождите. $5, значит, $5, 5.50, да? Вот 5.50 берите. Все яйца скупают. Девушка, идите, купите яйца, пожалуйста. А, ну ладно. Так. Чё там? Окей. Мне нужен этот фридж. Полки. Так, фридж Б. $225. Фридж стоит. Дороговато, двойной. Да, здравствуйте. Так, давайте купим фридж. Какой? Простой тогда фридж купим. Ёб твою. Почему так темно? Здравствуйте. Так. Деньги. Сколько? 4.30.
Значит, раз, два, три, четыре доллара и 30. Говори, 30. Да, 4.30, окей. Здравствуйте. Деньги, давай сюда. Так, 15 долларов ему. Так, 15.60. 60. Да. Опа, брат-близнец. Сдачу 80 центов. Все? Чё? Купите фридж. Я понял, что фридж надо купить. Я, ну да, я не могу доставить его, потому что последние просто они скупают все. Весь магазин скупили у меня. 3.80. $18, значит. 80 еще. Все. Магазин закрыт. Извините. Да, все. Ну, в маленьком плюсе мы с вами. В маленьком. Купите холодильник. Сейчас я куплю холодильник. Здравствуйте. Маленький холодильник. Подожди. Да, один холодильник. Так. Холодильник. Вот сюда поставим холодильник. Вот. Ага. Нет. Я кассу хочу. Да ёб твою. А как кассу пере... Да нет. А как кассу передвинуть-то? Я хочу кассу передвинуть. Она стоит тут не очень. Я хочу поближе вот сюда поставить кассу. Ладно, в холодильник. Водичку. Так, две... О, кстати. Так, у нас теперь водичка есть. Так, что у нас? $109. $109. Так, продукты. Покупаем, что у нас? Яйца купим... Яйца, купим яйца, яйца. Что еще? Молоко. Вода есть. Это купим, я не знаю что. Это купим. $93. 140. Не. Допустим-то. Покупаем. Так, берем. Это что у нас? Зефирки, да? Так, зефирки сюда ставим. Так, зефирки сколько у нас стоит? 3.78, $4 тогда. Так, $4 зефирки. Открываем. На нижнюю полку ставим вот это вот. Так. Так, сколько стоит 6? 7 долларов. Допустим-то. $7. Открываем. Молоко. В холодильник молоко надо ставить. А логично. А яйца не надо было. Так, сколько? 3.10 стоит молоко. Ну, тогда 3.20 тогда поставим. 3.30 давайте. Уж. 3.30. Скупят. Почему я не могу поставить яйца? Ладно, яйца. Слава яйцам изумруд.
положил сюда. Так, открываем магазин. Яйца. Сколько там яйца? 3.13. 3.20. Нормально. Скупят. $10 осталось у нас. $39 стоит. $13. Офигеть, как дорого все. Я на сдачу ничего не куплю даже. Да-да-да, я вас слушаю. Так. О, кстати, яйца скупает он. Опять, да, идите. 13. О, сейчас посмотрим, минутку. Магазин. $13. Так, минутку. $13. Хлебушек. Сколько там? Не хватает доллара. Допустим, яйца. Что там? 16 выдать ей надо. 15-16. 16-80. 50. 60-70. 80. Правильно, да? До свидания. Да. Так, погнали. Окей. Хлеб. Просто. Окей. Оп. Хлеб. Так, 2.38. 2.50 нормально. Сойдет. Хлеб. Так. $35. $35. $35. 35.05 и 5 центов, да? Да. Здравствуйте. $42. 40, 20, 40, 1, 2, 42, 70 на 50. Ой, 50, 70. Правильно? Давай. Так, погнали. Оп-оп. $1. Оп, все. И, $37. Так. Что у нас за 37 можно купить мы? Кейк мы можем купить за 26. Покупаем кейки за 26. Покупаем. Оп. Не хочешь покупать? Не надо. А мы купим эти самые. Вот так поставим. Так они две полки занимают даже. А, что там? $3. 3.05. Значит, 3.10. Ставим сразу же. 3.10. Даже 15 вообще. Немножко обнаглеем даже. Здравствуйте. Молоко. 40 центов, значит, сейчас. Ой, ёпту, нет. 40 центов. Да, 40 центов. Опа-на! Окей. Да вот берите эти самые печеньки, не? Да-да. Здравствуйте. 86, так, 50. 85, 86, 40. 40 центов, значит, 40, 40. 50 центов, нет? Вот. 38. Так, что мы можем купить? За 38 мы можем пасту купить. Покупаем пасту. Хорошо, что доставка бесплатная это. Так. Открываем. Женщина, подвиньтесь. Вот. Паста, сколько стоит паста? 4.27. Ну да, 4.50 сойдет. Ух ты, сколько тебе воды. Так, $2 ему дать. 2.75. 50. 5. 2.75, да. Так. Так. 2.10 отдать ему. Так. Значит, $2, 10 центов. Вот я буду мелочью ей давать. Так, 3 пачки яиц. Хлеб, яйца.
Окей, все, погнали. 60 долларов у нас. Итого. 60 долларов. Паста. Бутылка. Кэнди, милк, мука. Так, здравствуйте. 3 доллара. Раз, два, три. 3 доллара, здравствуйте. Все. Так. Это что у нас? Мука, правильно? Ага, вот так вот ставится, я понял себе, как он расставляется. Так, мука. Пошли, а мука за сколько она? 7.90. Он муку взял. Тихо. $0.70, подожди. Ой. 20. А, $0.70. Тьфу ты. Угу. Пожди. 70. Сейчас, пожди, центов. 50. Ай, блин! Я думал обхитрить его. 19 долларов. Пошли, надо муку изменить. 7. Сколько тут? 7.98, да? Ну ладно, 7. Допустим-то, за 8. Сколько это? 8.10. Так, свет. Окей. 72.50. 70. 2.70. Ой, 50. Да. Так. 55 центов, значит, 55 центов. Ну да. Яйца, это. Оп, 40 центов, значит. Так, 50 центов. Ой. Ну да. Окей. 144 доллара уже. Так, уровень магазина четвертый уже. Да-да. 38. 38.50. Да. Все. 156 долларов у нас уже в магазине. Ну, я вам скажу, небогато мы. Пожалуйста, что нам нужно сделать сейчас? Минутку. Так, так, маркет. Ой, правильно.
с уровня, ага, шестого. Ага. Чеки. За 150 это... Ага. А, ну можно завершить день. Итого у нас... чего? 143 доллара итого. Неплохо. Ага, магазин закрыт. Это что? Доступно в полной версии. Я знаю, что в полной версии доступно. Супил. Его можно поменять название. Открыто. Да и... ладно. А что мне надо сделать-то? Опа, у меня тут есть кнопка тревожная. Тут вот. Подожди, у меня есть тут тревожная кнопка. Она вообще работает, эта кнопка? Так, 10 центов. Ага, всю воду взяла. Отлично. Так. 3,80. Так. Оп. Замечательно. Извините, магазин закрыт. А что мне надо сделать-то? Мне надо передвинуть что-нибудь, не? Покрутить что-нибудь. Кстати, мне интересно, а я могу... Ага, я могу поставить. Слушай, я могу сюда поставить. А почему он не вмещается? Давайте около кассы поставим прямо. Холодильник поставим. Блин, а он вообще не стоит. Ладно, пускай холодильник стоит здесь. Вот тут. Так, а что мне надо сделать-то? Паша, а что мне нужно сделать?
Минутку. Так. Так. Купите новый раздел с помощью компьютера. Купите новый раздел с помощью компьютера, чтобы расширить магазин. Ага. Расширить магазин. Купите новый раздел, чтобы расширить магазин. А где это покупается-то? Это вот это, правильно? Ага, купите новый. Ёб твой, открыто, открыто, открыто. Магазин открыт. Заходите. Вот. Ядрит колотить. Пожалуйста, я могу кассу? Да ё-моё, я хочу кассу передвинуть. А больше заданий не будет? Так. Так, дайте деньги. 4,80, да? Ну да, 4,80, всё. Свет. Окей. 79 центов у нас. 79 центов осталось. Яйца купим. Так. Деньги. Окей. Сейчас. Подождите. Яйца раскладываю. Подождите. У меня яйца. Пожалуйста, яйца поскольку? 3.13, 3.20. Все в порядке с яйцами. С яйцами. Яйца все в порядке. Так, с яйцами все в порядке. Оп. До свидания. Масла нету. Да я знаю, что масла нету. У меня проблема со с маслом. Масло. Сейчас купим масло. К маслу хлеб купим обязательно. Ага. Да-да-да-да. Сейчас. 80, так, 50. 80. 25 центов вот. Так, погнали. Так, сюда мы хлебушек распаковываем, хлебушек. Так, даю двери дурацкие. Так, значит, что у нас по хлебу? Хлеб 3,38. Ой, тут 2,38. А, ну все правильно, 2,50. Все правильно. Хлеб. Это что у нас? Так, тут что у нас? Так. 8,01. 8,10. Ну да, все правильно.
8.15 даже. Подорожало, извините. Так. $2. $2.35. 35. 20. 35. Правильно? Да. Так. Два яйца. 60 центов. 50-60 центов. Да, отлично. Погнали. Итого $47 у нас есть в магазине. $47. Что мы можем купить за 47? О, мы можем вот это купить. За 47. Ага, не работает магазин, окей. Плюс 66 очков. Потратили много. Так, открываем магазин. Покупаем. Чего не хватает? $3 не хватает, ёптую. О, здравствуйте. Так, 5-й уровень, да, у нас магазин уже. Слишком дорогое масло. А с какого? Чего? Это масло? Это похоже на Windows. Вот то. Серьезно? Вот это баг? Так. Два деньги сюда. 3.60. 60, да, 50. О, ты чё, дурак? Вот, 3.60, да, берите. Окей. 85. Так. 35. 40 лет. Так. $4, да? Окей, 35. Отлично. Оп. Отлично. Кейков нету. Да я знаю, что кейков нету. Сейчас будет кейки. Подождите, кейки. Где у нас кейки? Вот они. Кейки покупаем обязательно. Да подождите, дзинкать. Три, раз, два, $3.70. 70. Значит, 50, 60, 70. Все. Оп. $9 ему дать. 5. 9.35. 35. 35, вот. 9.35, окей. Да. 55 центов. Да ё, я даже не могу отойти от кассы. $17 ему дать. 17.50. Вот, 17.50. Да я не успеваю обслуживать. 2.50 дать. Так, 2.50, вот. Все. Фу. Так, погнали. Я не успеваю. Так. Да ёптуп. Что тут у нас? Ну да, 3.05, 3.15, все в порядке. Окей. Подождешь. Так. Окей. Так, тут что у нас? $7, окей. $7, $93 у меня уже есть еще. Вот, воду купим. Давайте воду купим обязательно. Итого $75 еще есть у меня. Это купим. Что еще купим?
Конфеты купил, кстати, за 28 обязательно. Во, шикарно, $5 осталось. Окей, 2 доллара 50 центов. 50 центов, 2,50, окей. Так, давай сюда. Окей. Здравствуйте, так. Замечательно. Так, открываем. Так. Так. Оп. Замечательно. И просто бежим. Да иди сюда. Вода. Так. Как поставить? Г? Кину, да, стой тут. А, вода, подожди, вода, сколько стоит? Три сорок пять поставим. Окей, 3,45. Вода. Окей. Подождете. А да ёпту, двери. Это что у нас? Конфеты. Выкладываю конфеты. Так, пусть стоит. Так, конфеты что у нас по конфетам? 4,54. 4,54. 4,10. Ой. Ой, $5. $5. Оп. 50 центов. Слишком. О! А, ты взял воду? Я думаю, ты воруешь так. Нету пасты. Подожди. Пасты нету. Так, $114. Оп. Так, свет. Подожди, что у нас по этому самому? По... Нет, не по этому. Менеджменту. Платим. Так. Все, сегодня магазин последний день работает. 60. $15. Ты что, дурак? Ой. Сейчас. $3.85. Ой, $13, ты что, дурак? 3,85. 85, вот. Опа! Мне просто интересно, а что тут у нас? Ага. Понятно. А, кстати, можно выкинуть.
Оп. Оп. $5. Окей, все. Все? Больше никто не придет? Отлично. $183 у нас есть. $183 мы можем купить себе что? Яйца, кстати, мы можем купить. Яйца обязательно. Что это такое? Шоколадные эти же самые. Вот это вот шоколадное покупаем. Хлеба у нас есть хлеб? Хлеба у нас тоже нету. Покупаем. Флов. Флова у нас тоже нету. Покупаем. Ойла у нас тоже нету. Вот. Так. Окей. Завершаем день. Окей. Пошли, магазин закрыт, надеюсь? Закрыт магазин, окей. Сейчас смотрим у нас по этому. Так, 6. Да, все в порядке. Чего? А, 4.54, нормально. Так, это что у нас? 3.05. Ваша часть 6. Ага. Открываем. Да заходите, алло. Замечательно. Это сам по дороге идет. Шурует по дороге. А, они тут появляются все. Я понял, они отсюда все появляются. Правильно? Слишком дорого, да-да-да. Так, здравствуйте. Оп, обслужили. 55 центов сейчас я. Вот вам 55 центов. До свидания. Окей, оп. Так, значит. Опа-да. Окей. Так, 46 осталось. Опа. Так, 8.01, все правильно. Окей, оп, открываем. Окей, мука. Так, что у нас тут? Да. Хлеб. Она берет вот это. Сейчас я. Мне просто интересно. Ведь оно. Окей. Мне просто интересно, ведь оно. По старой, да, цене оно считается. Блин, оно по старой цене считается. Я хотел чисто надурить. Я хотел. Ладно. 8. Ладно. 8. Окей, 8.10. Я хотел чисто надурить. Так.
$3.80. Так. 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 Такс. Оп. Замечательно. 130. О, какая фифа. Здравствуйте. А куда доложит это все? Так. Свидание. Молока нету. Сейчас будет молоко вам. Молоко. Купить. Так, что еще не хватает-то? Кофе. Dark кофе. Покупаю кофе. Так. Так. Окей. Хоп. $1.20. Окей, погнали. Оп, кофе. Да ёпту, ставьте кофе. Что-то по кофе у нас. 10.24, 10.60. Дороговато я поставил кофе. Ну ладно, купят. Дурачки купят. Захотят, купят кофе. Молоко. А. Что-то по молоку у нас. 3.72. Ёб твою. Так, погнали. Оп. $1.80. Доллар. У, ёб твою, нет. $50. 50. Вот, $1.80. Окей. Так, давай сюда. Окей. Так. 32. 32, 35. 35. Так. Окей. 40. 90. Так. Замечательно. Опять все дорого, да? Окей. Все? А нет. Еще магазин работает. Окей. 257. Окей. А что у нас тут по этому? Так, что у нас по этому? Окей, биллы. Окей, заплатили. Так. Так. Оп. 60 центов. 50. Окей. А как он берет? Ладно, не важно. Анимация опять. Рукожопая анимация здесь. У нас, понятно. $17. Значит. 17.95.
Ой. Так. Все? 9 часов. Магазин закрывается. А ну-ка, куда он идет? Давай посмотрим, куда он идет. Ага, через текстурку просто исчезает. Конечно. Как я говорил, что если игра в раннем доступе, то не покупайте ее. Ни в коем случае не покупайте. Потому что это просто трата денег. Вот. Просто это обман. Недоделка. Вот когда игра доделается, вот тогда покупайте. А так это просто полная хуета. Вот. А на этом я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в Discord, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Всем, ребята, пока.